Что за писец на гербе Иркутской области? И почему писец? Герб Иркутской области изображен на монете 10 рублей 2016 года. На щите изображен не писец, а бабр. Но во рту-то у него хоть писец? Нет, во рту он держит червленого соболя. Бабр? Не путать с бобром. Это название уссурийского или амурского тигра на якутском языке. Но зверь не похож ни на бобра, ни на тигра. Может, все-таки писец? Я не нашел ответа, почему именно этот зверь изображен на гербе. Может быть, у вас есть ответ? Напишите в комментарии. А классные монеты в моем телеграме. Ссылка в описании канала.